ли птицы сидеть друг на друге, пока летят? Ответ на данный вопрос наглядно продемонстрировал фотограф Пху Чан, сделавший серию снимков, на которых ворона отдыхает на спине орла, пока тот кружится над землей, высматривая добычу. Пху фотографировал пернатого хищника, как вдруг увидел ворону, подлетевшую к орлу. Она приземлилась к нему прямо на спину. Возникает два вопроса. Зачем ворона это делает? Действительно ли она так устала и решила воспользоваться орлом? И как вообще орел терпит такое отношение к себе и все еще не атаковал ворону? Орнитологи, которые изучили снимки, предположили, что таким образом ворона могла охранять свою территорию или гнездо от хищника, но не имея физического превосходства над орлом, предпочитает именно такой метод воздействия. Что касается орла, то в ловкости и проворности ворона вполне сможет с ним посоревноваться. Пока орел будет за ней гоняться, он потратит много сил и времени, поэтому он предпочитает сосредоточиться на поиске пищи. А еще вороны – известные любители поиграть. Возможно, птица просто так развлекалась. Спасибо всем за просмотр ролика до конца. Надеюсь, вам понравилось видео.